Вот такая фурия. Вот такая косечка. Друзья, всем привет. Вот так. Уже фурию я немного, ну, не всегда, но так она бывает туда попросится, я ее открываю, там отверстие, и она выходит. Так, гуси, друзья, пытались им мыть, но это буквально на 2 минуты. Они именно самые настоящие, ну, как утки мускусные. А, за эту же так и не рассказал. И она уже сама приходит, друзья. Так что, она уже тут прижилась. И мышей уже ловит, я видел. Молодец, фурия, молодец, кошечка. Уже у нее молочко, он там полным ходом. Молодец. Так, гусята поменяли. Ну, у них каждый день надо менять, потому что это именно такие звери. Ну, видите, брат сегодня на базаре был. Ни почем гуси вообще. По 80 гривен. Вот такие вот здоровые. Ну, немножко, может, меньше. Так что, вот такие вот дела. Ну, у них тут все нормально. Все, все, архаровцы, занимайтесь. Все, у них тут вентиляция есть. У них все хорошо. Гляньте, прицепилась. Иду. Фурия, текай. Давай. Все, вы видите, что делает? Моя квитулечка. Иду. Все, она меня, друзья, мимо она меня не пропускает, когда я с камерой иду. Она именно хочет, чтобы ее почесали. А это меня жует. Квитулька. Что ты пришла, такая моя красотунка? Что ты пришла? Все, прохожу. Друзья, потому что спокойно не пройдешь здесь. Так, Матильда кушает хорошо. Аппетит хороший, моя девчулька. Все, вот такая моя хорошая свинюка. Молодец, поправляется так хорошо. Вон она корсарчика опять наложила. Сегодня поубирал. Друзья, вот архаровцы. Вот с ними, конечно, проблема. Ходят в туалет вот сюда. Из-за этого у них весь загончик каждый день мокрый. Полностью. Не то слово. Так, вот, друзья. Это Розильда. Вон у нее пятнышко, видите, голубенькое. Еще пока не пшикаю ей. Ну, мне самому хочется, чтобы я их различал. Вот они. Это вот дюрчиха. Что вы катаетесь паровозиком? Вы видите, что делает? Ну, молодцы, ребятки, кушают тоже хорошо. Немножко не доели. Ну, до утра они доедят. Все будет хорошо у них. Так что такие дела, друзья. Так. Ну, побелили, гляньте, красота какая. А, друзья, еще я хотел вам показать. Нашел все-таки я приспособу. Еще лучше, чем пылесос. Друзья, гляньте. Она у меня уже лежит, я никак не побелю. Ну вот, я ее аккуратно на печку положил. Короче, вот тут краник, все дела, как положено. Но он давно лежал, его нужно будет почистить. Это как раньше вот убелили на фермах, наверное, вот такие мощные. Так что теперь сейчас туда-сюда, завтра уберем одну шахтерку. И давай. И займусь я, может, уже добелить потолок, побелю. Извести у меня хватит, вот так с головой. Так что будет у них кто-то... Радость. Да, ребятня? Ну, маленькие они все классные. И дымочек. Вот он. Опять надулся, как бочка. Я не пойму, что это за... Как они... То ли не чувствуют, что он наелся, или что? Что за звери такие непонятные? Да, Димка?
Немочек. Вот так, давай тебе вот тут почешу, Миш, дорожа. Скоро тебе дружка, дружбанчика подкинем. Так, все. О, Милка вообще. Молодец. Катя ей мажет мазью, я забыл, как она называется. Ну, от отечности там или еще что-то перед... Или после дойки. Я сюда, если честно, друзья, я сюда не лезу. Она сама, я даже не мешаю, Катя сама справляется. Чики-пики, все быстренько. И вот у нас Шурик. Шурик, не бойся, не бойся. Не бойся, мой баранчик маленький. Вот такой мой баранчик. Вот такой. Повесили ему сразу сено. Он пытается что-то кушать. Не бойся, не бойся. Он еще не знает. Видите, он практически такой, как Милка. Стал. А когда родился, я думал, что он черный, друзья. Представляете? Сашок. Шура. Шура, пилите гири. Да не бойся, не бойся, не бойся, мой мальчик. Я же тебя не обижаю. Вот такой козелик. Сейчас пускай еще недельку поживет. Молозиво все допьет. И мы его туда до старшего брата его названного. Да. Да, вот такой козелик. Вот такой мальчик маленький. Гляньте, как Милка он. Смотрите. И вот. Сашок, покажи свою мордочку. Гляньте. Точно такой же, как и Милка. Да. Ой, а что это у тебя? Что это он сдер себе где-то? Непонятно. Надо помазать ему сегодня маской или вамиколькой. Друзья, лампочку я отключил ему, потому что на улице потеплело. Хорошо, сейчас стало прямо весна-весна. Так, сейчас я этих архаровцев отсоединю. Покажу вам. Так, один, друзья, здесь пропал. Там же в инкубаторе лежали 3 штуки. Но они вылупились. Все 3. Все 3 вылупились. Сейчас я вот так вот сделаю. И, видать, который был... Самый маленький, они его то ли задавили, то ли не пойму что. А такие архаровцы. Короче, один пропал. Мешок уже убрали у них. Ну, я думаю, они уже будут себя нормально вести, не будут клевать эту тырсу. Ну, а я сейчас уже думаю, если даже и клюнуть, ничего страшного. Друзья, вчера все-таки у этой квочки посветили яйца и убрали пустые. Там у нее, по-моему... Ой-ой-ой, как клюется. Да, я гляну. Я уже, честно, не помню. С этими 5 штук осталось. 5 штук, друзья. У этой вывелись цыплята. Пойдемте, я вам сейчас их покажу. Сейчас, одну секундочку я... Все, этих закрыл. Вентиляция у них есть. И плюс здесь, друзья, вот так вот я открыл. Сейчас давайте... Это, конечно, поразительно. Вот эту очень сильно обижает. Но уже, я думаю, завтра она, как говорится, в теплые края поскачет. И все будет отлично. Дымочек там стоит, возле тети Белки. Видите, он, видите? Сел или села кто-то и играется. А, они уже пожрали. Все. Улягаются. Так. Друзья. Вот она. Посадили пока в бочку, потому что места некуда ее садить, нечего мне делать. Но я думаю, в бочку у нее мало цыплят. Соломки немножко ей подстелили. А, ну покажи своих цыпляток. Курпетушечка. Вон они. Вон они. Видите, уже такие большие. Потому что, друзья, первый у нее вылупился. И самый последний аж через, по-моему, 3 дня. Представляете? Вот такая разница. Все, все, все. Все, рыжушка, ухожу, ухожу. Представляете? Поэтому мы не захотели ей
той квочки, не подлаживать цыплят, потому что, ну, она негодная. Если вот эта вот, которая первая, она в идеале все сделала. У нее все отлично. Вон они, гляньте. Уже вон какие архаровцы. Но все равно под ней сидят, вон вылазят. И она их до сих пор, ну, греет. Убрали мы уже у нее ящик, не нужен он. Есть здесь. Она уже вот так вот делает. Скоро будем их куда-то определять. Ну, а здесь... Тут, как обычно, все нормально у этих горобцов. Уже гляньте, какие большие. Брат говорит, такие по 65 на базаре. Ну, у нас они практически бесплатно. Ну, там за свет, да, сейчас свет подорожал. А ну, текайте, накидали сюда. А ну, здесь тырса с этим. Ну, не тырса, а опилки вот эти. С зерном. Ну, они гребутся, им хорошо. Ну, без гусей, друзья, гляньте, они какие красивые, красавчики стали. Сухенькие. А с гусями прямо они этот. Как будто, я не знаю. Как будто в речке какой-то они купаются. Тихон, ты уже все. Отец. Самый настоящий. Друзья, может, кто не знает. Тихон, отец Дымка. Вот он. Вот такой архаровец. А, друзья, вон. Утки несутся. Гляньте. Гнездо раз. Гнездо два. Здесь яйцо тоже лежит. Вот гнезда. Смотрите сколько. Что это за создание, я не пойму. Везде я положил яйца, они туда залазят. Воды им немножко специально сегодня набрали. Уже они сделали ее черную. Завтра будем птицу всю листовать, ну, от паразитов. Поэтому, чтобы завтра утром, когда им нальем воды с лекарством, они, ну, у них была жажда. И чтобы они все начали пить. Так, то я показал. И вот. И вон, друзья, гляньте, тихо, отойди. И вон. Несет еще одна утка. Ну, мы не трогаем, пускай. Там единственное, какой-то коробок поставлю. Куры не трогают. Так что ничего страшного. И там тоже, там еще проще. У Тихона вот так какую-то досточку поставлю. И все. И будет все. Все отлично. Ну так что. Вот такие дела. Сашок. Шура. Шурчик. Мой мальчик. Он боится, он не поймет. Он уже видит всех. Мой Шурчик. Или-то у него такой... Не, он где-то содрал. Где-то содрал. Где он лазит? В будке вроде нету ни гвоздей, нигде ничего. Как? Что за создание? Вот такой мой Шурка. Такие маленькие они все классные. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся, Шурок. Не бойся, не бойся. Милка до него смотрит, гляньте. Вот такой. Вот такой маленький баранчик. Ну, не баранчик, я так называю. Ну, хотя, друзья, вот это мы первый год пробуем. Так, а ну, не выключил, не. Пробуем вот так вот с этого. Мы пробовали, мы раньше просто не знали, что даже с-под козы они не хотят пить. Его надо подогревать. Вот, кастрюлька вот такая мы принесли. Ну, не кастрюлька, это сковородка. И я сразу, чтобы туда, на эту, на печку не носить, здесь горелочкой буквально там, там минутку подогрел. Ну так, мизинчиком, чтобы не сильно холодно. И он с удовольствием пьет. Все. А прям сразу с-под козы все равно он не хочет. И мы же из-за чего мы не знали этого. И поэтому мы соски ему то 5 дней мучались. Почему я их и называл баранами. А сейчас они такие, молодец. Он, мы ему подогрели, он сам попил. И все хорошо, да? Друзья, я там, когда Милка катилась, я неправильно сказал. Доим мы 4 раза, каждые 6 часов. В 6 вечера, в 12 ночи, в 6 утра и в 12 дня. Ну а потом в дальнейшем мы вообще планируем, мы нам удобно переходим на двухразовую дойку. Утром и вечером. Да.
Да, Сашок. Вот такие вот дела. Все у него хорошо. Кушает он, пьет молочко хорошо. Надеюсь, сейчас туда-сюда. И сено он начнет понемножку. Но он интересуется ним. Он ним уже интересуется. Значит, опа, он же хочет прыгать, играться. Скоро пойдешь до дружбанчика своего. До дымка пойдет скоро. Оп, оп. Гляньте, гляньте, что он хочет. Он хочет играться, ему скучно там. Опа, опачки, Сашок, Шурчик, что ты творишь? Опачки, опачки. Вот такой Шурка. Все, друзья, все нормально и с Шурой, и со всеми. Так что всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Гляньте, как ест. Все, друзья, всем пока.